Всем хай, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора Золотишин Эдишн. Так, мы с вами просмотрели первый блок, получается, да, столкнулись с какими-то непонятными колдунами. Вот, пробрались в казармы, сейчас мы не до конца их просмотрели, и вот мы в этой серии посмотрим... Продолжим смотреть казармы и, возможно, переберемся во второй блок. Окей. Так, сохранится. Давай, наверное, пойдем слева. Нехило. Кабинетик. Вы написали в комментах, что... Так, это я не могу взять, да? Опа, смотри. Что-то свиток какой-то. Погоди. Свиток. Там... Он, да? Да. Брат Ключник, поручаю я тебе со всем тщанием организовать поиски этого бандита Намана. Неведомо, как выскользнул он из оков своих, когда брат-дознаватель отворотился лишь на мгновение. И ныне сбежал, прихватив половину содержимого сейфа с уликами. Брат Плотник доложил, что слышал с западной стороны некий шум, когда чинил опоры... Начни поиски поиск свой оттуда. Окей, и если негодяй не будет вскоре найден, то умрет, несомненно, вследствие применявшегося к нему допроса. По правде говоря, я предпочел бы найти его сейчас, нежели трудно пахнущего потом. И кто ведает, что может случиться с бренным его телом, если доберется он до проклятых шахт. Так, какой-то Наман обокрал, короче, получается, архив с уликами, я так понял, да, и сбежал. Его ищут. Окей, так, в комментах вы написали, что нужно лучше всего, как бы, оглушать сзади. Стараться обходить сзади противника и оглушать, тогда более где-то 99% получится оглушить жертву, чем когда в лицо ему бьешь. Окей, ну будем стараться, будем стараться. Так, это молот. Кто-то ходит где-то, я вот... Вон, я вижу, кто ходит где-то. Так, окей, давай-ка посмотрим. Здесь, наверное, есть какие-нибудь секреты будут. Возможно, Е. Так, это ничего не берется. Ну, как это берется, но это нам не нужно. Опа, Си. Так, погоди, у меня есть ключи. Не работает ключи. Окей. Ёпти мать. Наверное, нервы. Кто издал звук? В смысле, кто издал этот звук? Верно, ничего не было. Так, а куда он ушел? Тень не скроет тебя навсегда. Вот он. Стой! Кто ты? Говорю, это со спины лучше, да, пробивать, а в итоге, короче, начал бить с этого. О, погоди, мы чё? Так, окей, окей, это мы прочли все, окей, окей, окей. Здесь ни черта нет. Так, сохраняемся. Тут какая-то охрана. Еще дверь. Погоди-ка. У меня тут кошка орет, короче. Не обращайте внимания. Так. Охранник это получается вот этот, который меня... Что это? Кто идет? Ёпти мать. Ничего там нет. Ч
Чуть-чуть стоит выглянуть, короче, и он уже видит меня. Так, ладно. Погоди. Он сюда будет заходить, нет? Или он ходит только там? Походу дела он ходит только там. Да, туда-сюда. Так что, короче, сейчас дождемся, пока он... Пока он это... Проклятые крысы. Свернется. Так, окей, судя по всему, он... Все, отлично. И ключик. Так, кстати, нужно... Так, топить мы его не будем. Нужно, кстати, где-то... Ну ладно, пускай он здесь лежит, да, в принципе. Он здесь один. Я так полагаю. Окей, это что у нас куда ведет? Есть тут что-нибудь? Под водой. Нам нужно, короче, найти ключ от сейфа. Который в этом... В этом кабинете. Я так полагаю, раз написано про архив с уликами, я так предполагаю, что это вот этот сейф, это и есть архив с уликами. Так что, если логически подумать, ключ украл у нас какой-то Намонд. Нам нужно найти этого Намонда. Не просто так же это все написано. Так. Вот. Поэтому нам нужно найти этого Намонда, я думаю. Намонта. Мамонта. Окей. Так, давай-ка я здесь дверь закрою. Будем знать, что мы там не все закончили. Давай пройдем сюда. А здесь, смотри, никаких дверей нет. Зато есть плакатики, которые мы можем. Оп. Такие сувениры. Опа! Вот это. Так, 1000 монет мы с вами нашли. 1000 золотишко. Задание выполнили. В принципе, ну, лишним не будет, если мы насобираем еще. Ну, как бы, теперь рваться можно не рваться. Так, что это такое? Это не ломается ничего? Окей, здесь еще один, смотри, замок. Опа. Опачка. Ништячок. Окей. Так, ладно. А здесь мы, в принципе, все. Спускаемся, идем в второй блок. Здесь. Здесь как бы все, да? А, погоди, стой. Куда мне? Вот сюда. Все, окей. Во второй блок. Это казармы. Запомним, что там нужен нам ключ. Так, уровень первый. Наверное, пойдем через... также, наверное, по низу, да, наверное, скорее всего. Здесь... Вот. А погоди, там же развилка есть, да? В принципе. Можем чисто, спокойно пройти. Это второй блок, да, второй тюремный блок. Окей. Пойдем вот так. Хотя я предполагаю, что можно через эти двери там как-то по другим путям пройти. Ну окей. Так, я думаю, будет. Ага, стоит. Также стоит у нас охранник. И смотри, еще наверх куда-то. А это, наверное, к охраннику туда наверх, нет? Да? Уровень один. Так, кто-то ходит еще. Здесь получается не только он один. Кто-то из охраны еще здесь есть.
Так, где, с какой стороны? Кто-то топает. С какой стороны пойдет? Или он снизу? Так, первый уровень. Что за первый уровень? В смысле? Я только что оттуда. Здесь ловушек-то нет никаких. Второй уровень. А, ну понятно. Это нужно в обход. В обход. Так, смотри, здесь заключенный. Давай посмотрим сразу, как, какие. Вот эту штуку можно не открывать, пятую, в принципе. Так, там я тоже никакого золотишка, ничего не вижу, можно не открывать. Здесь тоже. Так, это открыто. И здесь тоже, в принципе, можно не открывать. Это тоже. Окей. Вот еще третий. Там кто-то есть? Так, никого нет. Ладно, а в любом случае нам сейчас нужно вырубить охранника вот этого, который тут. Вот этого. Потом уже будем двигаться дальше. Именно крысы. Кто-то еще ходит, смотри, он там еще дверь. Тоже, смотри, открыто. Так, окей, а давай действовать по тому же принципу, как мы действовали в прошлый раз. А он меня не должен заметить, в принципе, потому что здесь темно. Я делаю вот так, забираю ключ. Окей, кнопки мы не нажимаем теперь. Вот. Здесь мы тушим. Так, погоди, у меня было... 6 стрел у меня осталось. Откуда у меня 7 появилось? Не понял. Так, ладно. Или я взял 7 стрелу. Окей, а давай почитаем. Тюремный блок 2. Футсал хулиганства. Подвергнут раздроблению пальцев. Жесть какая. Пятое. Геланд вор. Подвергнут перелому запястья. Жесть. Наман. Бандит. О, бичевание... Умер, не перенеся справедливого наказания. Восьмое. А Наман. В смысле умер, не перенеся справедливого наказания. Он же сбежал, мы прочитали. Так, окей, откроем восьмую, посмотрим, что это такое. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, стой, я закрыл ее. Да, бляха, я застрял в этом. Хамерите. Вот это да. 8. А в смысле она... Она не открывается, не закрывается, смысл? Погоди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 8. Или погоди... Или... Или вот отсюда считать надо? Ну-ка. Да, восьмая. Я что-то кого-то там выпустил, что ли? Ладно. Непонятно там, откуда считать. Так. Девять. Вот, восемь. Бляха, ничего нет, да. Ну, написано, да, мы читали же, что Наман, он сбежал. Значит, что-то они тут скрывают. Опа, тюремный блок. Погоди, один. Ага, мы могли бы вот так вот тупо пройти. Дверью не придавило. Так, ладно. Ну, окей, тогда окей.
Значит, смотри, здесь у нас баса нет, значит, баса у нас находится либо в третьем блоке, либо в четвертом месте с этим. Нет. Вместе с Кати. Ты ушел, ты все на месте. Так, что у нас? Вот здесь мы не были. Здесь мы не были. Так, тюремный блок 4. И смотри, какие-то штуки пытательные. Не кандалы, как вот эта штука называется? Так, тюремный блок 3. Ага, та же система. А здесь что, куда? Ай-яй-яй-яй, не дергайся, не дергайся. Блок 3, блок 4. А это что? Камера, камера. Вы, кстати, писали, что на камере лучше не задерживаться. Смотри, там стоит чел. Так, погоди, а я могу как-то обойти? Что это за место? Тихо. Это третий блок? Да? Или какой это блок? Я что-то запутался. Это четвертый блок. Там охранник прошел. Он не заметил, короче. Так, погоди, я хочу, знаешь что? Я хочу... Так, он сюда пойдет? Нет? Я хочу... Так, это тюремный блок 1. Я хочу посмотреть вот эту штуку. Так, не здесь. Вот здесь я хочу посмотреть. Так, погоди, идет. Я вижу страх в его глаза. В смысле, как ты меня увидел? Я найду тебя, негодяй. Что-то происходит. Ты скоро умрешь. Яха. А здесь охранник, мать его. Как он меня заметил? Я же со спины подошел из тени. И умри как мужчина. Так, где ты? Блёха, так быстро ходит, смотри, уже где. Все отлично. Четвертый ключ. У нас уже одинаковых ключей, мама не горюй. Так, окей, смотри. Теперь мы можем здесь пройти, посмотреть, что здесь у нас такое. Правда, здесь свет, он моргает. Так, и погоди, а свет моргает, а я... Опа, а я знаю, что сейчас сделаю? Там же факел, вон, смотри, горит. Лоп. Там уже потемнее будет. Мне стоит только пробежать, короче. И на камеру лучше не попасться. Так, сохранка. А могу я как-то... Там он охранник стоит. А могу я его как-то, не знаю...
чтобы он вышел сюда. Смотри, смотри, идет, походу. Прекрати эти игры и выходи. Отлично. Леха. Че ты за мной побежишь? Леха, какой шустрый-то! Быстрее, чем тот. Кошка тут пристает. Окей, нифига не получается. Ладно, можно. Не, это возможно, в принципе. Просто надо как бляха. Сохранился не вовремя, получается, да? Погоди. Я сохранился так, тройка. Да, двойка. Вечно прятаться не будешь. Да в смысле? Ну да, видишь, он не с первого раза выбивается, когда ему в лицо бьешь. Жесть какая-то. Так, стой, я хочу вот сюда тогда побежать. Твоя дорожка заканчивается. Кошка здесь достала. Еще. Под ногами у меня тут лазает, ползает. Отвлекает. Блеха, ублюдок, а? Сохранился не вовремя. Дай пройти! Да твою-то мать, а! Камера! Твою мать! Какой он быстрый-то, Леха! Вырубил, что ли? Так, ладно, лежи здесь. А ключ отдай. Теперь мне надо как-то вырубить эту сирену. Твою мать. А это что за место? Куда я убежал, бляха? О! Так, погоди. Надо ключ. Подойдет? Подойдет. Да, уберись ты. А здесь рычага нет, что ли? Я не могу отключить здесь сирену? В смысле? Смотри, камера. Может, камеру я могу как-то уничтожить? Нет. Да, 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 это не есть хорошо. Так, смотри, вот эта штука куда-то, наверное, приведет. А ну-ка. А это не... Помнишь, мы видели этот водопад? Нет? Это... А вот это, наверное, выход. Скорее всего, да? Скорее всего, выход, наверное. А, нет. Ух ты! Ничего себе. Ключик. Катя, я проведал об одной интересной штуке. Рок Квинта, Катя. С ним я смогу расплатиться со своими долгами, поверь мне. У меня есть карта, нарисованная одним помершим старым другом, в которой показано, как туда попасть. Я знаю, он там внизу, в Бонхарде, в точности, как все всегда и говорили. Еще говорят, там внизу бродят мертвецы, но ради такого дела стоит рискнуть, верно? Судя по тому, что я слышал, эхо звука рога приведет прямо к нему.
Оставлю тебе копию карты на случай, если со мной там что-то приключится. Ну, скорее всего, я еще встречу тебя снаружи и угощу самым лучшим вином, которое только можно раздобыть. Еще свидимся. Труп. Маховая стрела, смотри, уже сколько взял. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. Вот, я не понимаю, что это, кто это такой и что за рок гвинта. Вот. Так что напишите в комментариях, чтобы я понимал, что это такое. Ладно, на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.